Ольга рассказала, что ее рано приучили быть самостоятельной. Ольга Бузова – главная медийная звезда последних лет в России. Она поет, не обладая выдающимися вокальными способностями, открыла ресторан, не будучи профессиональным поваром, и выпускает собственную линейку одежды, не будучи дизайнером. Все это – не в последнюю очередь заслуга ее потрясающей работоспособности. Недавно Ольга рассказала, что к труду ее приучили в семье. «Родители отправили меня учиться в 5 лет. Не могу спасибо сказать, лишили меня детства. Я еще 2 года могла ничего не делать. С тех пор пашу все время. Зато сейчас мама звонит и восклицает: «Боже мой, моя принцесска! Хочу, чтобы тебя на руках носили, а ты все сама». Рассказала Бузова. Ольга также сообщила, что нашла свою первую работу уже в 16 лет, чтобы иметь возможность купить себе красивую одежду и обеспечить другие хотелки.